В Люберцах прошло еще одно мероприятие, направленное на безопасность детей на дорогах. Инспекторы ГИБДД провели профилактический урок для учеников 20-й гимназии. Вместе с детьми они вышли на пешеходную прогулку вокруг общеобразовательного учреждения. Сейчас у нас будет с вами урок в виде пешеходной экскурсии, на которой мы с вами будем практиковаться, переходить дорогу по пешеходному переходу. Все готовы? Да! Вперед! Каждый из этих ребят проходит этот маршрут ежедневно и по несколько раз. Около второго корпуса 20-й гимназии опасный перекресток с интенсивным движением автомобилей. Дети вместе с инспектором пересекли все пешеходные переходы на этом участке. Ребята смогли на практике изучить подход к школе, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Изучили различия между регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходом. Подобные акции госавтоинспекции проводятся не впервые и будут продолжаться до всего летнего периода. В акции приняли участие ученики четвертых классов. Как правило, примерно с этого возраста дети начинают ходить в школу самостоятельно. Безопасному поведению на дорогах их учат и в самой гимназии. В учреждении образования действует отряд ЮИТ. Сначала посмотреть налево, потом направо. Потом еще раз налево, потом направо. Поднимаем правую руку, потом уже переходим. Нам нужно это все знать, потому что это важно для здоровья. После прогулки сотрудники ГИБДД вручили детям материалы для закрепления знаний, памятки по безопасному участию в дорожном движении. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.